Добрый вечер, дорогие мои. Добрый вечер, дикая планета. Добрый вечер, Сергей. Вот, сегодня мы решили устроить вечер новых сказок. То бишь, сказок, которые я собрал и начал рассказывать последние 2 года. Не самые простые годы для меня были, надо сказать. За последние 2 года я успел завершить путешествие по следам Рамы через всю Индию. По этому поводу влез в долги, долго их отрабатывал. Вот. Но при этом не переставал собирать сказки и, соответственно, их рассказывать. Вот. И стало быть, буду рассказывать, что я насобирал. Начну, естественно, с Индии. Поскольку индийского материала больше всего. И он как-то занятнее всего.